во-первых, он немножко ближе к моему дому, уже не так страшно, вот, но сравнивать на самом деле очень тяжело. Они оба эти конкурсы на очень высоком уровне. Славянский базар, наверное, отличается тем, что здесь очень много звезд присутствует, не только из России, вообще со всей Европы. Я не знаю, как-то мне лично здесь может даже уютней как-то. Вот. По-русски со всеми можно разговаривать элементарно как-то. Вот. А Евровидение? Ну, не знаю, просто... Я вообще на самом деле не знал. Это как-то для меня это было очень странно, что я туда попаду, и был очень первый мой конкурс, вот, такой большой. Моя вся жизнь пробежала мимо глаз. Вот. Но это был очень хороший опыт, и сейчас это, опять же, еще один опыт, который, я думаю, что поможет мне в дальнейшей карьере.